Доброе утро. Сегодня 18 декабря. Я показывала, что мои череночки маленькие крупнолистных гортензий хранятся в простом бытовом холодильнике свободном. Тут на днях 16-го вот я посмотрела, как они себя чувствуют, и увидела, что начинают некоторые просыпаться. Вот от корня, вот если видно, вот стали просыпаться. От корня новые побеги вот уже растут вовсю. У меня вот три штуки, они были вместе в одной упаковке. Смотрю, и отсюда тоже корни пошли. От корня пошли побеги. Ну, этот за компанию просто еще спит. Поскольку гортензии хранились в холодильнике при температуре плюс 5 градусов, в резкую жару, их нельзя ставить. Я поставила их в вот такой контейнер и поставила на самый холодный подоконник.